порхать как бабочка, жалить как пчела. Иванова вновь стала тем источником света, на который слетелись сотни подающих надежды спортсменов. В областном центре стартовало первенство российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» по боксу памяти ветеранов ивановского спорта Владимира Бушуева и Рудольфа Алферова. Более 400 участников со всей страны. Турнир, как всегда, собрал лучших. География обширная. Представлено около 50 регионов. 50 регионов со всей России. То есть это от Ханты-Мансийского округа до Кавказа, Урал, наш округ, юг России. То есть тут, можно сказать, мини-Россия уже проходит. Ивановский турнир не только включен в официальный календарь Федерации бокса. Он также может стать путевкой для начинающих боксеров сразу на первенство России. Такой шанс упускать не хочется никому. Поэтому соперники из других городов и преодолевают такие расстояния. Ребята знают, что Россия будет проходить в городе Анапа. То есть можно и покупаться, отдохнуть, и выступить. Мотивация огромная, я считаю. Все хотят попасть. Соперничество очень большое. Все хотят выиграть. У ивановских спортсменов еще более серьезная мотивация. Кроме путевок на первенство страны, на кону честь региона. Конечно, чувствуешь ответственность, потому что соревнования проходят в твоем городе, и ты должен хорошо отбоксировать и показать, что Ивановская область довольно-таки сильная. Соревнования в спорткомплексе «Спартак» продлятся до 23 февраля. Самые зрелищные финальные бои пройдут в День защитника Отечества. На ринге сразятся сильнейшие двойки боксеров по итогам всего турнира. Как всегда, вход для зрителей свободный. Поддержка болельщиков – топливо для новых побед ивановских спортсменов. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.